Дети, вот это мультфильм как называется? Как называется Зарифа? Хорошо. А кто такой Винни-Пух? Винни-Пух это кто такой? Медвежонок, хорошо. Смотрим мультфильм. Как-то утром, когда завтрак уже давно кончился, а обед еще и не думал начинаться, Винни-Пух не спеша прогуливался со своим другом Пятачком и сочинял новую песенку. Дети, это кто? Кто, Слима? Ага. А рядом кто с Винни-Пухом? Пятачок. Пятачок. Дети, они куда собираются? Ага, они собираются в гости, правильно. Молодец, Лима. Сулейма, мультфильм смотрим. Дети, они к кому пришли в гости? Хорошо, к кролику. Молодцы, ребята. Но кролик был очень умный и сам догадался, что пора бы немного подкрепиться. Какие мы цветы знаем? Ромашка, роза, тюльпан, одуванная лилия, роза, солнышко. Цветы назови. Тюльпан. Молодец, назовем. Сирень, сирень. Еще? Водяная. Молодец. Гвоздика, давай, передай. Ярко-красно-желтыми цветами.